Півтори місяці репетицій і ось довгоочікуваний вихід на велику сцену. Попри те, що зал переповнений глядачами, не всі конкурсантки однаково хвилюються. Ви знаєте, я просто займаюся танцями, я вже з 5 років как бы, танцюю, вже дуже привикла к сцені. Ну і не дуже так страшно, нормально все. Будемо старатися. В програмі кілька конкурсів – візитна картка учасниці, танок, інтелектуальний конкурс та дефіле у вечірніх сукнях. Втім, найскладнішим для учасник виявилось творче завдання. Конечно же, творческий номер, потому что в нем я должна раскрыться на полную. Но я надеюсь, у меня это получится, но в принципе каждый из конкурсов является тяжелым. Головний чоловік на святі краси – режисер Роман Бойнік. Він організовує конкурс четвертий рік поспіль. Каже, працювати з дівчатами важко, але вже є свій підхід. Є таке поняття Станіславського – режисер-педагог, організатор і, звісно, зеркало. То есть в этом случае приходится быть педагогом, ну, естественно, самый лучший метод для наших людей – это методом кнута и пряника. То есть если кто-то нормальный, то есть его нужно поддерживать где-то, если кто-то балуется, нужно наоборот наказать и балуется, нужно наоборот наказать и, так сказать, сделать ему так, чтобы он чувствовал себя вежливых рукавиц. Потому что спокойное мягкое отношение не приводит к желанным результатам. За словами організаторів, кожна з дівчат заслуговує на перемогу, але перше місце дістанеться кращій. Самі ж дівчата зізнаються, для них важливіше за корону підтримка залу. Марія Сухіна, Євген Шинкаренко, Харківські новини. Another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place.
blessings life can bring. I've always needed something, but I've got all I want when it comes to loving you. You're my only reason, you're my only truth. That's just how you are, and I can't turn back now, 'cause you brought me to the действия. Как говорят у нас в народе, душа обожает свято. А я
помощи передаю своему верному слугу Керувина. Он вот и мал, но очень удал. Так что, мальчики, займитесь делом. Интересно, что он теперь задумал? Чудак, вместо того, чтобы приятно проводить время со своей возлюбленной, ты, забыв о изнемогающей усталости, будешь играть красивейших из юных дам и устраивать для графа и публики зрелище. Только для того, чтобы его светлость выбрал для себя новую невесту. Так ведь дело в том, что он уже выбрал себе новую невесту, и нам она станет только для того, чтобы я не помешал ему приятно проводить с ней время. И кто же она? Угадай с трех раз. Но теперь выбирай на пути! Учащийся под номером 15, Елизавета Африканова, биолого-географический факультет! Учащийся под номером 16, Анастасия Мисюра, биологический факультет! Учащийся под номером 17, Александр Ашенко, физико-энергетический факультет! Это не шутка. Нужно все проделать безнаказанно и добиться успеха. Для этого, друг Кирвина, нам много чего надо сделать. Да? Так и да. И с чего начнем? А начнем мы со знакомства с судейской коллегией конкурса. Именно эти уважаемые люди возьмут на себя ответственность за исход сегодняшнего предприятия. А мы, в любом случае, остаемся чистыми перед графом. Замечательно! Да, я тоже люблю мелкие пакости. Итак, друзья, знакомьтесь, жюри конкурса. Директор управления по обслуживанию персонала Восточного регионального управления акционерного общества «Укрсибанк» Александр Назаров. Директор Харьковского филиала акционерного банка «Укргазбанк» Дмитрий Полушкин. Директор Харьковского филиала открытого акционерного коммерческого банка «Южкомбанк» Олег Сыч. Помощник председателя правления акционерного коммерческого банка «Меркурий» Светлана Бендер. Тренер по продукции компании «Арифлейм» Кристина Сурмина. Председатель правкома студентов Харьковского национального университета имени Карасина Сергей Махновский. Культуры Харьковского городского совета Дмитрий Кузнецов. Арт-директор Харьковского городского дисциплинария, автор программы «Уральские пельмени» Сергей Лазаренко. Директор агентства красивых идей «Миссис» Ирена Ягодка. Ансамбля танца «Солнце ворот» Ирина Кощерец. Председатель жюри, ректор Харьковского национального университета имени Карасина, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, профессор Виль Замбарович Багира. Акционерному обществу «Укрсибанк», акционерному банку «Укргазбанк», акционерному коммерческому банку «Меркурий», открытому акционерному обществу «Коммерческий банк» «Южкомбанк», косметической компании «Арифлейм», профсоюзной организации студентов, аспирантов и докторантов Харьковского национального университета имени Карасина. А также благодарим партнеров нашего конкурса.
Салон свадебных и вечерних платьев «Валентина». Харьковский городской дельфинарий. Агентство красивых идей «Миссис». Центр мод «Европа». И студия фотографии и дизайна «Волшебная студия». И управление культуры Харьковского городского совета. С некоторых пор в груди моей не утихает волнение. И сердце начинает колотиться при одном виде женщины. Я так взволнован красотой девушек, что хочу подарить им в подарок стихотворение моего сочинения. Да? Да. У женщины коварные создания, несете вы одни страдания. У вас нет ни сердца, ни души. Но до чего ж вы хороши? Браво, девочки, ваши аплодисменты. Кирубина, поэт Незнайка, от него балалайка. Ты что, посмотри, это же не про них. Да нет. Нет, да, смотри как надо. А женщина, не рассказать слова, они природы нежное творение. Носить я буду женщин на руках и в этом черпать вдохновение. Девушкам предстоит доказать, что мы не ошиблись. И в следующем конкурсе продемонстрировать свою смекалку, остроумие и степень ораторского искусства. А наше глубоко уважаемое жюри по достоинству оценит их старания. И под ваши аплодисменты мы приглашаем девушек на сцену! Скажите, Ирина, зачем придумали конкурсы красоты? Ведь некрасивых женщин не бывает. Да, но это очередной повод напомнить мужчинам, что женский день не только 8 марта. Спасибо, Ирина, и мы приглашаем вас за кулисы для подготовки к следующему конкурсу. И приглашаем к микрофону участницу под номером 18, Евгению. Евгения, что вам нужно для полного счастья? Ну, для полного счастья мне, конечно же, не хватает карьеры. Ну, а вообще-то для полного счастья мне хватает всего. Я занимаюсь любимым делом, у меня есть любимая профессия, и у меня все хорошо, спасибо. Спасибо вам, Евгения, и мы приглашаем. Какими качествами, по-вашему, должен обладать настоящий мужчина? Я думаю, что настоящий мужчина должен быть сильным, мужественным и целеустремленным. В общем-то, таким, в руках которого настоящая женщина должна чувствовать себя королевой. Спасибо. Мы благодарим вас, Оксана, и приглашаем за кулисы для подготовки к следующему конкурсу. А к микрофону приглашаем участницу по номерам 8, Александру Пакину. Александр, Шрек зеленый, Гарри Поттер со шрамом, Брюс Уиллис лысый. А чем вы выделяетесь из толпы? Вы знаете, я думаю, это нужно спросить у толпы, но я не могу догадаться, почему вы все сейчас на меня смотрите. Физический факультет!
что студенты вашего факультета отличаются умом и сообразительностью. Конечно, правда. Студенты моего факультета действительно отличаются умом и сообразительностью, а также другими различными талантами и дружелюбием. Елена, спасибо, и мы продолжаем микрофон участницу по номеру 16, Анастасию Лисюру, биологический факультет. Настя, как вы считаете, в чем разница между мужчиной и женщиной? Мужчины и женщины как одно целое, но все же мужчина должен дополнять женщину, чтобы она чувствовала себя самой лучшей королевой. Спасибо, Настя. Конкурсу и приглашаем к микрофону участницу под номером 17 Александру Ляшенко, физико-энергетический факультет. Александра, откройте секрет, от какого предложения вы бы не смогли отказаться? Ну, я думаю, я бы не смогла отказаться от предложения, которое вы не смогли бы мне предложить. Благодарим вас, Александра, и приглашаем к микрофону участницу под номером 3 Юлию Тихову. Юридический факультет. Юлия, вы согласны с тем, что деньги решают все? Вы знаете, я не согласна. То, что деньги решают все, я считаю, что решает тот человек, у которого есть эти деньги. И вообще-то, ну, деньги – это не самое главное. Есть уже много чего лучше. Например, любовь. Ее, я считаю, за деньги купить невозможно. Спасибо, Юлия. Мы продолжаем дальше. И приглашаем к микрофону участницу под номером 19. Дарью Гривадину. Биологический факультет. Дарья, кто придумал поцелуй и для чего? Вы знаете, поцелуй, наверное, придумали влюбленные, чтобы выражать свои чувства без слов. Спасибо, Дарья. Мы приглашаем вас вернуться для подготовки к следующему конкурсу. И приглашаем ответить наш вопрос участницу под номером 10. Ингу Костюгейч, факультет компьютерных наук. Инга, как вы считаете, почему весна считается порой любви? Я думаю, что весна считается порой весной любви, потому что весной не только оживает природа, за окнами орут мартовские коты, а также 8 марта – это женский праздник, но и потому что весной расцветают девушки, лучшие из которых сейчас стоят на этой сцене. Посмотрите, ну разве от нас можно не влюбиться? Спасибо, Инга! А мы продолжаем и приглашаем к микрофону участницу под номером 7! Алину Вербицкую! Химический факультет! Алина! А что для вас значит успех? Для меня успех – это успеть оказаться в нужное время, в нужном месте. Вот я сейчас здесь, стою перед вами, вижу блеск ваших глаз, слышу ваши аплодисменты. Я успешна. Спасибо. Благодарю вас, Алина. И сейчас мы приглашаем к микрофону участницу под номером 13. Дарью. Если бы могли позволить себе не учиться и не работать? Я думаю, что я бы уделяла больше времени своим родным и близким. А вообще, я думаю, что я бы себе не позволила не работать и не учиться. Спасибо, Майя. А мы приглашаем ответить на наш следующий вопрос участницу под номером 1. Екатерину Догилевко, радиофизический факультет. Катя, как вы думаете, почему молодые люди, когда пытаются познакомиться с девушкой, подтягивают галстук? Ну, я думаю, все девушки с нами со мной согласятся, что они пытаются скрыть свое волнение. Спасибо, Екатерина. И мы приглашаем к микрофону участницу под номером 15, Елизавету Брюганову, геолога географический факультет. Лиза, в каком фильме вы бы хотели сыграть главную роль? Фильм? А зачем? Ведь жизнь – это сплошной фильм, и нам она дается только один раз. И прожить ее нужно так, чтобы там наверху сказали: «А ну-ка, повтори,
чтобы не заболеть звездной болезнью. Вы знаете, чтобы не заболеть звездной болезнью, нужно смотреть на звезды, не отрываясь от Земли. Спасибо. Благодарим вас, Ольга. Мы приглашаем за кулисы для подготовки к следующему конкурсу. И приглашаем ответить на наш следующий вопрос участницу под номером 12. Анастасию Колесниченко, факультет иностранных языков. Какой должна быть мисс университет 2010? Мисс университет должна быть универсальной, как и те знания, которые мы получаем в нашей альма-матер. То есть очень талантливой, а как известно, талантливые люди талантливы во всем. Спасибо, Настя. А мы приглашаем к микрофону участницу под номером 5. Алена Кириченко, экономический факультет. Алена, как вы думаете, без чего не бывает интересной студенческой жизни? Ну, конечно же, без сессии, как вы знаете. Приятного времяпровождения и, конечно же, хороших поездок. Благодарим вас, Алена. И приглашаем к микрофону участницу под номером 6. Мария Урицева, факультет психологии. Мария, подскажите, как избавиться от парня за 10 дней? Я думаю, что способов множество на самом деле. Если пойти более долгим путем, можно продемонстрировать ему свои кулинарные способности. А проще познакомить его с мамой. Парням, которые сидят в этом зале, чтобы они, безусловно, гордились своими девушками, которые стоят на этой сцене. А всем остальным мужчинам я хочу пожелать мужества, и чтобы любая женщина, девушка, которая была бы рядом с ними, чувствовала себя значимой принцессой. Спасибо. Ты придумал, что девушки будут делать дальше? Да, у меня есть одна мыслишка. И что же за мыслишка? Давай строим фиесту! Что ты имеешь в виду? Ну смотри, каждый из девочек обладает определенными способностями и талантами. Согласен. И ты хочешь сказать, что... Что будет неправильно, если мы не дадим возможность продемонстрировать все, на что они способны. А зрителям возможность все это увидеть. Друзья, впереди самое интересное. Стройные ножки, шикарные костюмы, яркое пение и зажигательные танцы. Но перед тем, как объявить первый номер, мы еще раз хотим поблагодарить спонсоров нашего конкурса. Акционерное общество «Укрсибанк». Акционерный банк «Укргазбанк». Акционерный коммерческий банк «Меркурий». Открытое акционерное общество «Коммерческий банк Ю». Агентство красивых дней «Миссис». Центр «Мод Европа». И управление культуры Харьковского городского совета. Итак, девушки готовы и с нетерпением ждут своего выхода на сцену. Каждый из участниц продемонстрирует собственный номер. А жюри оценивает в этом конкурсе мастерство исполнения, яркость и оригинальность номера. Итак, встречайте на сцене участница под номером 2, Ирина Озерянская, физико-технический факультет.
выйдет на сцене участница под номером 18 Евгения Кириенко. Все обычные.
Физико-математический факультет. Oh!
Физика, энергетика.
tu cuerpo, pedacito mío, que se ha convertido en río. De este cuerpo, pedacito mío, que se ha convertido en río. Lo que está en los ojos y lo hago. Tempesta en la alma.
Встречайте на сцене участниц по номерам 10 Инга Костюкевич, факультет компьютерных наук. Thank you.
Встречайте на сцене участницу под номером 13. Дарья Нагон, экологический факультет. Yeah.
Oh,
Thank you.
Take me right back to the track.
и оставить подарок 100 поцелуев. А что насчет графа? А мой друг, по какой-то анонимной записке графа срочно вызвал к себе герцог Багира, и он вынужден был покинуть нас и свои возлюбленные. Так что вам будем править мы! Отлично! Друзья, впереди самый долгожданный конкурсный выход «Красавец». Уважаемая жюри, обращаем ваше внимание на грациозность девушек, легкость и изящность их походки и умение носить самый изысканный наряд – вечернее платье! Вуаля!
Ранний же перпей, душевный крал, и друзья,
Thank you.
Наверное, это не
Thank you.
Эта зима так долго тянулась, и сегодня первый по-настоящему весенний день, он совпал с таким прекрасным праздником неземной красоты. Сегодня был просто сногсшибательный парад, фестиваль красоты. Красоты ясной, как солнце, яркой, как звезды, чистой, как вода в горной речке и нежной, как экзамен по политологии. Я хочу от себя и от всех, кто в зале был так, завороженно наблюдал чудо, которое происходило на сцене. Я хочу сказать огромное спасибо всем девушкам. Конкурс называется неправильно, «Красное университета», надо его назвать четко и ясно. Конкурс неземной красоты. И хочу, дорогие друзья, чтобы мы сейчас все, кто сидит в этом зале, знак нашего восхищения, знак нашей благодарности, поаплодировали участникам стоя.
Дипломы Дипы в мисс Очарование получает конкурсантка под номером 9! Курсантка под номером 12, Анастасия Калистыченко, факультет иностранных языков. Диплом и титул мисс «Привлекательность» получает конкурсантка под номером 1, Екатерина Матиленко, радиофизический факультет. Диплом и титул мисс «Артистичность» получает конкурсантка под номером 6, Мария Рыкса, факультет психологии. Очаровательная улыбка получает конкурсантка под номером 2, Ирина Одинецкая, физико-технический факультет. Диплом и титул мисс «Яркая личность» получает конкурсантка под номером 8. Фотогеничность получает конкурсантка под номером 13. Мария Рыкса, экологический факультет. Друзья, внимание! Титул мисс зрительских симпатий от городского получает конкурсантка под номером 7! Мария Рыкса! Химический факультет! Подарок она получает DVD. Титул мисс Правком от Правкома студентов, а также тренажер фирмы «Самбо» получает конкурсантка под номером 17, Александра Олещенко, физико-энергетический факультет. Специальный приз от дельфинария получает конкурсантка под номером 1, Екатерина. Специальный подарок получает конкурсантка под номером 13. Павленко, экологический факультет. Друзья, ваши бурные овации красавицам! Мисс Университет!
2009 года студентку социологического факультета Наталью Словецкую. Логической развязки. Итак, корону и титул второй вице-мисс 2010 года, золотое украшение и приз от дельфинария получает конкурсантка под номером 5, Алена Кирченко. Лишь один лик является подлинным, и в этом лике слито воедино все. Итак, корону и титул «Мисс Университет 2010 года», золотой слиток и приз от дельфинария получает конкурсантка под номером.